зовут Тимур, я из города Капчагай. Мою маму зовут Жанар, у нее диагноз ревматоидный артрит. После обращения в Божью аптеку мы взяли настойку горного лопуха и провели ее в течение 2 месяцев. После этого мама значительно пошла на поправку, чувствует себя намного лучше. У всех тех, у кого есть заболевания подобного рода, советую обратиться в Божью аптеку. Здравствуйте, меня зовут Диля. Мне поставили диагноз миома матки. Обратилась к врачу, сказали, что нужна операция, удалить нужно матку, так как она была увеличена. Я побоялась, я обратилась в Божью аптеку, за что ей спасибо. Юра мне посоветовал попить настойку горного лопуха. Я пропила 2 курса, 2 месяца. Сделала УЗИ, матка у меня уменьшилась, она у меня в норме. Большое спасибо. Хочу сказать, у кого есть какие-то проблемы, обращайтесь в Божью аптеку. Здравствуйте, меня зовут Чимангуль. Я на протяжении долгого времени болею псориазом. В Божьей аптеке приобрела настойку лопуха, принимала вовнутрь и мазала, как сказал мне Юрий. Они стали более тонкими, отслаиваться начали, зуд перестал. Действительно, травы помогают. Я буду продолжать курс. Спасибо Божьей аптеке.